еще длиннее. Пойду я посмотрю, кого она там гоняет. Идет? Снимаешь? Что-то? Снимаю. Ну сейчас постараюсь для камеры. Три клина в ряд. Хитрое устройство, хитрое. Звенит? Звенит неудобно. Шай оттает корень над головой. Сырое надо бы спилить, конечно. Шла это хорошо. А, вижу трещину, да? Это кого-то там уже в лесу гоняет. В противоположном, где медведь был. Это там бы медведя гоняет, наверное, наверняка. Вон трещины появились, но еще не сдается. Да. Методы стали круче, а камни вытаскиваемые стали мельче. Это говорит о том, что они больше превращаются в монолит. Видишь? Так я вижу. Фух. Еще два удара. Ну давай. Пахнет. Пахнет этим. Чем? Серой? Ну, не чем ты. Не тем, чем ты подумал. Селитрой. Селитрой пахнет. Все. Сейчас мы ее уже надломаем. Так ты уже ее надломал. Клинка зашел вровень с этим. Да. Ну что, четвертый клин пускать? А? Четвертый клин пускать. Да ты че? Сейчас мы ее. Тогда вот так вот. По частям. Это нечестно. А? Это нечестно, говорю. Почему? Да я шучу, ладно. Давай. Жуй-жуй. Так смачно. Вот на том месте, где ноги папы. Да я его вот положу. Из ниоткуда вывалился вот такое вот чудовище. Блин, подожди. А будешь тут свет? Покажу, где это. Свет не передаст, подожди. А ближе. Вот, кстати, на этом месте он и лежал. Да. Подожди. Ну ты скажи, что это. Это берил. Берил. Что ты сфотографировать хочешь? Уже стало темно. Да, день близится к завершению. Панорама. Там еще вот тучи какие-то ходят. Да, они сегодня весь день ходили-ходили и что-то ничего не выходили. Слава Богу. Что вот. Дождя хоть не было. День близится к завершению. Проделана немалая работа. За нором мы не добрались пока. Но вот самый интересный вон там образец, который только что обнажился после очередной вывернутой плиты. Уже темно. Рукавицу убери, руку. Интересный цвет имеет. Плохо видно. Ты что, не видишь, что ли? Да я это вижу. Плохо. Темно. Ну, давай оставим завтра утром его. Давай. При солнце. Ладно, пойдем домой. Отдыхать. Ух, деревья. Шатаются. Ветер.
чтобы видно было. А-а-а. Думаешь, не видно было? Так, рукавицы здесь. День третий. Очки оставил. Решающий, а завтра будет завершающий. Как пятилетки называли-то? Вот. Нарыли, а? Чистил очки, оставил. О, какая красота. Сейчас я залезу. Вот, на чем мы вчера остановились, может, думаем, не видно было. Сейчас заснимем. Так. Вот. Ладно. Копать нам еще и копать. Время осталось мало. Александр рассматривает очередные находки. Разбирая очередной кармашек. И складывает из этого кармана в другой карман. Несколько неудачно, но может быть, так, крышечку берем. Будет заметно, что он тут из глинки достает мелкие кристаллы. Ветер шумит. Вот опять что-то он там нашел. Я покрупнее сделаю. Что-то чистит. Что, Саша? Дымчак. Дымчак, обычно. Кристалл. Нет, обломок кристалла. Обломок. Вон, видите, там опять что-то смотрится. Мелкие все, мелкие. Мелкие кристаллы. Ну, чё ж. Это все всего лишь проводник к занорышу. Проводник к занорышу. Ясно вам? Будем следить за его умелой рукой. Что еще он оттуда достанет? Так, это кварц простой. А вот это идет кварцевое ядро. Если видите, не видно кварц, да? Ну, вот. Вот опять выпал кристалл. В карман его. А вон справа-то еще один выпал. Да, это не кристалл. Так. Обломок. Очень, обломки мы не берем. Очень плохой. Обломки мы берем, но не все. Так, покрупнее на виду, вроде что-то там опять лежит. Нет, ладно, дальше надо копать. Копать, так я разобью все это. А разбивать бить-то нечего. Нечего бить. Ну ладно, начнем дальше работать. Ох, сколько тут. Погода неблагоприятствует. Из серии «Вечерний звон». Трудно дается гранит. Бом-бом. Вечерний звон. Дождь идет, гранит не поддается. Да, тяжело дается. Последнее, не знаю сколько. Зато романтика. Опята висят.
бам, бам, бам. Да, аккумулятор садится. Замени. Продолжается тяжкий труд. Здесь мы видим уже щель, уже на большой глубине. Это своего рода мини-занорыш. Сын, покажи кристалл Мариона, ой, дымчака, который ты достал там. Сейчас я его увеличу, чтобы он больше казался. Вот, видите, какой хорошенький кристалл. Все. Сама ножка. Маленькая. Давай дальше. Вот этот помощник, который я заснял. Ну посмотри сюда. Он несет без сапог. Надо показать его, наверное. Этот нормальный. А этот вот какой. Ладно, без подошвы начал. Иди давай отсюда. И тут еще один помощник мешает нам. Главное сухарь и тут же мусковит. Нашли маленький занорыш. Так, я вот сюда ногу поставлю. Маленький, не маленький, такой камешки на нем. Да, приличный. Но очень. Вот не видно там. Да глубоко. Ничего не видно, и я на ощупь все делаю. Плиты эти снимать, это вообще легче повеситься. Мы вот таким вот образом разбираем. А я увеличил, там как раз хорошо. Главное, интересно, головки все вниз. А это что такое? Брюк. Да ну. Я тебе отвечаю. Сейчас, подожди. Я ж тебе говорил, мусковит был. Рукой не дергай. Подожди сейчас. Резкость не наводится, гад. Да не наведется на такой вот слабый цвет очень. Маленький. Какой цвет? Зеленый. Да? Слабый зеленый. Ну, убирай. Это в том же гнезде, где... Нет, убери оттуда, нечаянно заденем. Да ну, пусть пока все ну, лежит. Ну ладно. Где вот этот дымчак? Аккуратно, красивые кристаллы чайного цвета. Блин, как теперь это все выковыривать? Это страшно теперь, куда берем ушли. Ну, так и выковыривай потихонечку, что теперь. Блин, мусковитом надо здесь, конечно. Это занорыш, да. Тут сухарь даже, вот видно, вот. Если ты ногу уберешь, вот сюда вот сделаешь. Положи. Вот эти два вот камня. Это сухарь, да? Ага. Сухарь это занорыш уже. Это одни заноруши, по идее. А? Низ заноруша. Я и говорю, это все уже конец заноруша. Если сухарь. Но если он сбоку был. Что не могу сказать я про там полно. Вот там еще пару дымчиков. Мелких, правда. Ты на ощупь видишь? Нет, я их вижу. Блин, ну вот они все разбитые. Ну вот в хлам просто, все в хлам. Они в руках даже рассыпаются. Это же дерьмо. Они ищу все. Что-то я не понял, откуда я выковырил, правда, этот? Видел. Ну, сейчас всю глинку просеивай. Блин, чего рукой сделать не смогу, придется это. Камень убирать? Нет. Щупом придется тыкать туда. Очень не хотелось мне. Ну что, давай выскребай тогда, куда деваться-то. Может там еще что-нибудь? Ну, да. Ну, берил-то должен быть еще кусок, хотя бы, потому что это только одна головка его.
Ну ладно. Найдешь, скажешь, я камеру включу, пока пойду поработаю там. Папа смотрит то, что осталось от занорыша. Но слюдка-то там есть впереди. Да, там в самом низу. В самом там конце. Да. Сюда. Может, я оттуда еще берил достану. Давай. Такая длинная глубокая щель. На порядочной глубине. Как там кино в современных фильмах? Мы сделали это, да? Да, первые бериллы найдены на Адуе. Это круто. Маленькая. Первое солнце за день. Ну да, она сужается. Ну, а тебе говорю. У нас вообще тут было расширение. Оп. А там все сузилось. Ха. Переростки. Усталые. Итог дня утешительный. Утешились бериллами. Сколько их там штук было? Штук, наверное. Если целых-то непонятно, а осколков-то, наверное, штук 10. Таких есть, такие чистенькие, толстенькие, но короткие. Вот. Наверное, один из самых лучших походов получился. Именно поэтому. Это то, что бериллы нашли. Хоть мало, а не но... то, что обычно черноту всякую. Мало, конечно, но везло сами. Черноту тоже нашли что-то? Черноту нашли. Всякие осколки. Даже несколько кристаллов. Вот. Но завтра еще день. Будем снимать вот здесь вот плиты. Вот эти вот посмотрим. Может быть, тут что-то еще будет сверху. Если для того занорыша... Вон он, где он сейчас, я его укрупню. Это 2 метра, наверное. Ужас. День 4. Те же и яма. Тяжелый, тяжелый день. Побитые. Думаем, где копать. Наверное, один будет здесь работать, а второй будет, то есть я, снимать вот эту перемычку между вот этой мелкой ямкой и нашей траншеей. Вот. Где-то дятел колотится черный опять. Рябчики. А, рябчиков море просто здесь. Красота. А, подождем, пока высушит, да? К той яме-то сходить? Медвежий. Черт его знает. Может сразу, а потом неохота будет. Мокрая, сейчас по сыро, сырые все будем по уши. А если жестко? Ну давай, ладно, подождем. Давай подождем. Саша начал снимать перемычку. И обнаружил. А тут еще под дерновиком. Ага, под дерновики. Дымчак. Мы снимаем ужас какие плиты, а он сейчас собирает кристаллы. Покажи что-нибудь. Ну вот, к примеру. Вот. Сейчас подожди, еще что-нибудь найдем. О! Нифига себе. Ну-ка, подожди, подожди, я. Вот они... еще. А, это осколок. Они как опята у тебя здесь. Нормально. Да, мастерство рижевских старателей растет на глазах изумленной публики. Вот видишь, как ты, одними голыми руками. Так, и что там? Вот ты бы еще так берил нашел.
чтобы не копаясь. А, что-нибудь еще найдем. Осколков много вот разных. Кому скажешь, не... Ух ты, мошка кусает как, а? Вот сегодня плохо, ветра нет. А мошка с комарами долбит. А, слышишь, так-то, мне кажется, можно вообще по жиле идти. И собирать, да? Конечно, я понимаю, что здесь ядро, но все равно. Блин, как назло перед камерой, все куда-то делись. А может слева, посмотри, вот здесь вот, в этой, в коричневой. В коричневой не видно их, если даже они тут и есть. Вон. Это что ли? Нет, еще один вот здесь, или мне уже кажется. Нет, ничего не вижу. Ну ладно. Ладно. Поближе вот эту разгреби еще, если есть, есть, нет, нет, значит. Нет. Ну ладно, продолжим потом.